Вот сюда я отправил. Там у нас бадам ля-ляй. Белые. Ну, щекастики тоже. В общем, эти два здесь будут обитать. Вот это. Как голубочка, которая. Я тоже отсаживал. Вот с кольцом салатовым. Здесь два есть, которые я отсадил этим летом. Ну, теперь четыре. Красавчики. Мелкие есть. Вон этот ходит. Второй. Так что птичечки у нас все теперь закрыты будут. Такие крупнички и прям лохмоножки. Так что своих таких немного пришлось намазать, чтобы потом знать, кольца не одеты. В первых рядах и здесь, видите, выступает. Не пропадет, короче. Все на линьке. Красавчики. Хвостярами такими серьезными. Это все долголеты. Очень стеснительные. В общем, на любой вкус есть.
Всем удачи, друзья.